Так, добрый день всем любителям Сакрида. Мы демона уже посмотрели, если, конечно, вы смотрели, так что сегодня мы займемся какими-то другими персонажами. Начнем с мага афроеврея. Кстати, что там? А! Еще у меня замок есть. Ага, это антимаг, но это мы потом посмотрим. В смысле маг анти, а не антимаг. Анти это имя. Ник. Так, давайте сыграем. Что ли, моим покорителем софткора, колдуном. Вот он уже переименованный. Кстати, иконок нет. И FPS-ы. FPS-ов мало. Да блин, что за беда с этими FPS? Ну-ка, давайте графу уберем. О, да. Теперь 20 FPS. Ну ладно. Ну, тут видно, что я им играл. Что не отсортировано даже ничего с последнего, так сказать, засеста. Тут какой-то страж от Анриса найден мной. Ну и вот видно, что вот чисто моя прокачка. То есть три красных навыка, то есть 159 уровня. К сожалению, кстати, да, он всего лишь 159 уровня у меня мака, я качал до 180 с чем-то. Не сохранился тот билд, только вот старенький. И тут, сами видите, полный сет Амарим. К тому же еще и сопротивление магии и яду есть у нас. Орла Эйлинг есть, кроме копья, но если взять копье, конечно, будет энергозаряды. И три кольца Сальмивира там одеты. Так, кстати, и Гила даже где-то колечко вставлено, которое как бы мне нельзя было носить, потому что у меня нет дальнего боя. Но оно есть. Такие вот хитрости. Обалденная, кстати, желтая вещь тут лежит. Сами видите. Конечно, не под мою прокачку. Ну, давайте смотреть. То есть, бонусы кузнеца. Как ни странно, в шлеме... На персонажа 159 уровня у нас бонусы кузнеца. Ну, хотя бы не обе вы. Тут у нас на лайфлич колечко, соответственно. Посмотрим доспехи. Ну, тут на критический удар. Я вам потом расскажу. Я всегда качаю, чтобы получить как можно больше критический удар. Тут у нас яд повреждения, это для увеличения урона от порыва. Ну и тут тоже. Два колечка и гила вот мы нашли. Давай, назад. Жутко лагает. Ну, тут установление заклинаний. Обалденное колечко Самивира. И бонусы кузнеца. Давай. Желтые вещи, кстати, сумасшедшие желтые вещи. Магия воздуха, плюс 71, порыв ветра, плюс 36. Если что, это не сгенерированная вещь, это найденная мной. Ну, тут сапожки, чтобы у нас была хотя бы скорость более-менее вменяемая. Тут тоже на критический удар колечко. А тут и яд повреждения. То есть мы видим, что я... имел некоторый приоритет на бонусы, то есть критический удар или повреждение ядом. Остальное так, что будет. Вот это вот кольцо не совсем понятно зачем, видимо на скорость. У меня всегда были проблемы со скоростью. У мага это вообще страшная вещь. Тут установление заклинаний. Амулет заклинателей мертвых, 184 уровень. Видимо не обиевый. Видимо дает очень большую защиту, да. Так, ну, колечко на критический удар, тут тоже на критический. Видите, у меня очень большой критический удар был. Посмотрим, что у нас тут. Блэкстов, амулет земли на лайфлич. Сальмивир орла, сальмивир, сальмивир. Тут на лайфлич у меня слоты. Набивной доспех вообще весь тоже в бонусах кузнеца. Как и пентаграмма Куби, видимо, при переходе на Необий.
Я пока что не нашел необходимых мне колец, хотя... Ну, тут все фигня, вообще какая-то хрень. Золото даже лежит в инвентаре. Я вообще редко, когда продаю колечки. Вот, кстати, тоже на яд повреждения отличное кольцо. Видите, всякий хлам. Что у нас тут? Бонус выживания 86. Ну, это, в принципе... Так, неинтересно. Итак, смотрим, какой у нас критический удар выходит. Где он тут? Ну, плюс 56, конечно, мы видели. До этого топор Сальмивира 1 добавляет, плюс 49. А тут приходится помаленьку кольцами поднимать нормальный крит-удар. Ну, в принципе, бонусы, ну, на первый взгляд, кажется, фигня. Плюс 50% к опыту, кстати. Но у нас невероятно мощный порыв ветра. И призрачный лук тут 297 уровня. Кстати, уже даже без луга у нас 2,3 восстановления. Кожу периодически качал. На том персонаже, который был 180 уровня, призрачный лук был, соответственно, на максимуме. То есть 180. Ой, какой 180, господи. 256 он был. Плюс бонус, он там был 300 с чем-то у меня. Все, больше руну в него нельзя было вкладывать. Тут... А, у меня нету с собой луга. Не будем заниматься разменом валюты сейчас. Давайте поиграем, что ли. Город Нур. Бастион орков. Хорошо, что ты мне об этом напомнил. Мой сладенький. С лугом у нас, соответственно, 0,9 восстановления. Это значит, что мы еще можем. На одиночных врагах надо подходить вплотную, тогда им наносится куча повреждений. Командир, ты ни к чем. А боец, сейчас мы это выясним. Орки, казалось бы. Большое сопротивление яду, но у нас есть тайные повреждения, у нас есть критический удар, против которого нету резиста. Что у нас тут? Поток на скорость. Дармовник, это глупость. Честно говоря, я не знаю. Замочу ли я сейчас дикей? Давайте это выясним. Я подбегаю вплотную. Жахаю порывом. Соответственно, дракон, конечно, сильно давит. Ой-ой-ой. А вот это уже очень-очень плохо. Сейчас он на меня рыгнет еще. Сейчас полетят камни. Да, вот они. Что, рип? Нет. Да ладно. Это падла. Чуть не убил. Вот чем опасно бегать с драконом. Перед этим надо желательно полностью очистить всю эту площадку. Но убить дракона реально... Видите, уже вот большую часть дела я сделал. Опять эта гнида тут стоит. На тебе! Лучище, но установление 0,9, сами видите, я просто спамлю этим порывом. Ура, мы победили. А тебе вообще? Моя анреспект. Так, даже с диким сопротивлением мы 2,5 миллиона здоровья мы смогли одолеть дикей. Ценой скольких у нас? 3 аптечек. Это потому что меня заморозили на месте какие-то. Я ем таких, сволочи, как ты, на завтрак. Слегка обжаренными, подсоленными, с гарниром и с пюре. Сгинь с глаз моих. Вот почему в Sacred Grove нет нормальной английской озвучки? На самом деле, скорее всего, лучше было бы мне бегать немного в другом регионе. Чем хорош призрачный лук? Его сразу видно, когда он заканчивается.
Что у нас? Ух ты, гет. На двух нулях мы остановились. Открыть территории 10%. Я тут не парился. Играл только там, где мне надо. Врагов тоже не особо много убило. 36 часов всего. Всего 36 часов. Я напомню, что у нас 159 уровень. То есть, когда ты пацан на опыте, быренько качнуть не составляет труда. Ну, видим, что пустыня у меня по старой традиции открыта полностью. Скорее всего, в болоте я бегал. Да, вот в пещеру призраков заходил. В долине, вот мне интересно, играл ли я. Да! Сакар мочил. И в пещерку медвежью загуливал. Потрясающе. Ну, что-то мы стали совсем медленно бегать. Видимо, поток недвижимости у меня был запущен перед сохранением. Так, лучше. Не забываем, что у нас там при всем высоком бонусе, то есть в сапожках у нас сколько было? Плюс 47, плюс тут еще 14. И даже с этим у нас скорость движения всего лишь 180. Мага с этим вообще никаких проблем. Кстати, отправляйся за своими необразованными последователями. Да, я согласен, но все козлы. Пардон. Пары, просто шаг. В две стороны. Враг погиб. Слишком просто. Да, я бы не сказал, что не слишком просто. Давайте, кстати, попробуем почитать повреждения. По 20-30 тысяч. Наносим. Сито, кстати, посыпались прям подряд. Но это все не под меня. Попробуем постебаться. Пушка Теслы. Плохо видно на светлом фоне желтые цифры. Все, 20 тысяч. 20 тысяч, это при том, кстати, я вам напомню, что в способностях у нас десяточка всего. Такая особенность мага, я не знаю, почему это так. Но 31 тысяча. Даже при высоком моем шансе крита по десяточке там ударов нет. 52 тысячи. Обычно то, что пишет способность, даже самое минимальное число, обычно это, ну, крайний твой максимум. Особенно если говорить про Ниоби, на котором мы играем. А на порыве мага такая вот странность действует. То есть то, что у тебя написано, надо умножать на 2. Плюс, конечно же, критические удары и белые секретные повреждения. О, это место прикольное. Наверное, с этим магом. Что еще могу сказать? Этим магом я хотел покорить этот рейтинг софткора. Но в связи с тем, что я так не спешливо гамму там перерыл между Сакрин 2. Штучок. С тобой покончено. Он качался достаточно медленно, так это был чисто расслабуха. С таким прицелом, что когда-нибудь я возьму там 216 уровень. Убью несколько привидений в лесах, в ряд. И стану топом и в хардкоре, и софткоре. Маскидер там дикий, как та демоница. Это отличный перс по классической такой прокачке. Кстати говоря, прокачке. Вы видите, что у меня прям 3 навыка подряд взято на восстановление. Потом магия огня, это чтобы у нас огнекожа работала лучше. Ну и она бралась чисто с расчетом, что у меня будут бонусы ко всем навыкам. В данный момент их нет. Подвижность, телосложение. Да, у мага
Еще такая проблема, у него нету навыка доспехи. Он бегает медленно. Он слабо защищен. Командир, ты никчем. А боец? То, сейчас мы это выясним. Кожи, потоки недвижимости. Может, кстати, включить ее сразу. 13 тысяч. Огненной кожи есть такая особенность, что когда враги встают вот на эту кругу, горят, то у нас потихоньку начинает расти сопротивление. Это надо долго играть, чтобы этот эффект заметить. А потом начинает расти экспоненциально, плюс его время работы. Если вы заходите в подземелье, например, оно сбрасывается, то есть опять идет обратно, 92 секунды. Соответственно, если входить-выходить в пещеры, так, заниматься клонированием, например, и быстро очищать пещеру, то его эффект будет длиться бесконечно практически. При этом будет расти сопротивление. У меня были скриншоты, вот, кстати, уже 26 тысяч сопротивления. У меня были скриншоты, где было 300 тысяч сопротивления, к сожалению. Они не сохранились. Вот мы видим 32 тысячи. Так, а как оно растет? Давайте попробуем проследить. Оно не хочет расти, когда мы смотрим. Только втихаря. Или, наверное, надо позволить им по нам бить. Кстати, вот она падает потихоньку. Чего не понимаю. Вот такая интересная вещь. Трудно изучаемая. Ха, наверное, на этом надо закругляться. Так очень много времени я занял своим рассказом. Не очень интересным, надеюсь, вы смогли узнать что-нибудь новенькое из этого видео. Восхитительно. Про принципы прокачки, опять же, рассказывать по-моему нечего. Всем спасибо. Увидимся.